Встреча с сотрудниками правоохранительных органов в Брестском государственном техническом университете уже стали традиционными, поскольку здесь обучаются 270 иностранных граждан, которые стремятся получить высшее образование именно в нашей стране. Для того, чтобы студенты четко понимали свои права и обязанности и смогли услышать ответы на интересующие их вопросы, в нашем городе проводится ежегодное мероприятие, главная цель которого – обеспечить комфортное проживание иностранных учащихся, а также способствовать решению возникающих у них проблем. Основная цель – это, конечно, ассимиляция, помощь в адаптации данной категории граждан, потому что культуры разные, традиции разные, стили поведения тоже разные. Соответственно, мы показываем, рассказываем последствия, которые могут наступать на каких-то негативных примерах прошлого, чтобы люди не делали ошибки, не наступали, как поговорка говорит, на те же грабли дважды. Ранее встреча проводилась в форме собрания. Однако для того, чтобы иметь возможность пообщаться с молодежью и создать положительную атмосферу, формат был несколько изменен. Решили организовать круглый стол, поскольку данный подход позволяет настроить студентов на доброжелательную волну и приобщить их к диалогу. Учащиеся смогли узнать много важного и интересного. Кроме того, на мероприятии затрагивался и актуальный для всех иностранных студентов вопрос миграции. Информация была полезна, особенно про миграционные процедуры в Республике Беларусь, которые должны знать все иностранные граждане, прибывающие в страну. На мероприятии было много полезной информации, которая поможет мне учиться, не прерываясь на миграционные процедуры. Цель проведенного мероприятия – не допустить непоправимых ошибок. Поэтому каждый иностранный обучающийся имеет возможность по мере необходимости задать интересующий его вопрос и получить на него ответ компетентных специалистов, которые всегда готовы оказать необходимую помощь. Они своими вопросами, даже бытовыми, обращаются к нам, и мы уже регулируем эти процессы через непосредственно представителей учебных заведений. Все вопросы решаются положительно, конструктивно. В городе для ребят создаются комфортные условия проживания и обучения, чтобы сделать их пребывание в Бресте максимально приятным. Мне нравится, это чистый, красивый и спокойный город. Я люблю это университет, потому что преподаватель очень хорошо, бактерия по-русски очень хорошо. И мне нравится это. Мне нравится Брест. Это маленький город на трассе. Здесь очень интересно. И мне тоже нравится русский здесь. Студенты Брестского государственного технического университета чувствуют себя очень комфортно в этом городе и стараются соблюдать все необходимые правила. А сотрудники УВД, в свою очередь, проводят данные профилактические мероприятия во избежание негативных ситуаций в будущем. Ведь всегда лучше предотвратить непоправимые последствия, чем потом стать их жертвой.